Она работает. Да. Хотим сказать, как она работает? Ой, ха. Ха, самое. Да, попалось. Я на нем когда-то... Я поеду к тете Ване. Продолжаем спасать на самом выполняющий рейс на Сузбек может принять вас. Расчетное время полета 1 час 55 минут. Погода у вас очень хорошая. Приятного полета на Сузбек. Мужское население браконьер, да? Нет. Нет? Все. За браконьеры дают за биотерроризм. Серьезно? Серьезно. Поэтому люди боятся. Представляешь, за браконьерство до 15 лет, 12, 13 тюрьмы. Какие гады, а? Поэтому, кто был браконьером, они уже работают егерями. Они уже в рыбоохране. А что здесь строится? А что здесь строится? Вот здесь поподробнее. Когда цели ходят? Как часто? Гости со столицы приезжают. А что здесь строится? А это гостиница. Это гостиница. Частная гостиница. Бедолага, он, видать, в кризис попал. Потихоньку. То есть он строится года 4. Ну вот, ну достраивается. Папа лас мамбо, мама лас мамбо. The moment is when we think, it's okay with each other, there with it, wow. Papa лас мамбо, мама лас мамбо. The moment is when we think, it's okay with each other, there with it, wow. Дорогие друзья, сегодня мы находимся на семинаре, который проходит в Астрахани, организованной инвестиционной компанией «Церих Капитал Менеджмент» и управляющей компанией «Церих», на котором присутствуют наши уважаемые управляющие, самые уважаемые аналитики. Мы хотели бы перенести тот успех, который здесь у нас в Астрахани произошел, в город Ставрополь, который, семинар, который пройдет 16 апреля в зале ЮТК. Приглашаем вас и обращайтесь. Ну, это уже пока, да? Он не пропустил таких ситуаций, когда был возможен большой хапок. Он взял довольно много вот, на всех этих ситуациях. И также он не пропустил ситуации больших падений. Людмила, на вас рассчитываю. Хорошо. В качестве рекордуемого или как национале,
интернет был, был просто как в какой-то сельской школе. В нее входят улучшения, добавлены, это новые версии и так далее, все, что там на сайте появляется. Ведь вы понимаете, когда говорят в Америке маленькая инфляция, что это значит? За последний год у них инфляция считается меньше 2%. Но если посчитать отдельно только продукты питания, 11% инфляция. Кого она бьет? Самых бедных. И также мы вас приглашаем, исходя из этого семинара, в доверительное управление. Любые вопросы, звоните, приходите, пишите. Мы с удовольствием будем отвечать на ваши любые вопросы. Спасибо вам огромное, что посетили наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо нашим... Да, если есть какие-то вопросы, то есть здесь в холле, то есть наши управляющие будут здесь, на диванчике, поэтому подходите, давайте общаться. Закуску горячую печень щуки. Недоволен чем? Не реагирует вообще, да? Вот так вот и не видит. И сегодняшнего мероприятия. На мой взгляд, отличие сегодняшнего нашего семинара, то есть, да, было следующим. Суть в том, что сегодня было очень много новых людей. Обычно мы проводим семинары, то есть порядка 70% людей, которых мы уже видели, соприкасались когда-то, да. А сегодня порядка 60% всех пришедших, это были совершенно-совершенно новые лица. То есть это говорит о том, что есть интерес, есть позитив у людей, новой аудитории, которые будут приобщены на наш российский фондовый рынок, поэтому двигаемся вперед. Давайте выпьем за то, чтобы, во-первых, ваш бизнес процветал, а во-вторых, чтобы в вашем городе все было хорошо. Давайте, с удовольствием. Астрахань – такой город, где 50% улиц с односторонним движением. И поэтому, если куда-то въедем, очень трудно выехать. Надо объезжать целую улицу. В старых районах любого города есть улица Урицкого. Мы сейчас по улице Урицкого едем. Да. А Урицкий же это кто? Это революционер? Это за которого 500 белогвардейских офицеров расстреляли. Урицкий – это был глава ВЧК в Петербурге. Да. Ага. Ну, вот перед вами открывается Вобла. Сразу Вобла снимаю. Пойдемте сначала. Давай. Ну это холодит. А где? Щучья есть и корочка? У нас нет, у нас только черная. Есть, если хочешь, вот такую обувь в тубусе. В тубусе? Нет, я думаю, что не надо. Арсен, вон ты хотел щучью икру. Берите щучью, вкусненькая, свеженькая. Правда. Корочка щучья заводская, вкусненькая. А горячий копченый? Пожалуйста, деликатес. Вкусная. Осетр горячий. Осетр есть берюга, есть севрюга. А из третьего? А почем осетр? Осетр 1800. А чем, подорожали? Ну, по 1600 для вас. По 1500. У вас брал дешевле. По 1500. Пожалуйста, пробуйте. Тут такой прям вкусмище. Попробуйте. Мне Астрахань нравится. Мне нигде не нравится, только Астрахань нравится. Хорошо тут, тепло.
сказала. Там очень много что будет. Считается, то есть один из лучших в России, один из больших. Вот я что вот вижу, что, видимо, до революции Астрахань была процветающим городом. Очевидно просто. Конечно, конечно. Купеческие дома простояли вот столетия, да, с лишним. Столетия вот. Это больше, я думаю. Они, думаю, 19 века в основном. А почему она так? Как она так могла? Будущий трейдер. Нет. Не трейдер, да? Почему? Наоборот, инвестор. Ну, самое главное, что в рынке будет находиться. Там трейдер, инвестор, вопрос девятый. Сейчас резиденцию губернатора, то есть справа. Который так заботится об Астрахани, да? Да, который так заботится об Астрахани. А, вот правительство сидит. Вон оно. Вон оно. Что он тут живет? Не, а он не резиденция, но как бы правительственный дом. Вот он, красный. Обалденный. Вот это красный, да? Да, здесь он сидит, а с другой стороны это городская там дума. А вот Газпром, офис центрального Газпрома. Где? Вот он. Вот он. О, красивенький. Офис Газпрома. Конечно, у вас Намёткино не хуже. Ну, я думаю, что получше. Пока не вот получше. Вот это улица Бобёва, французского революционера. Вот в Астрахани еще остались. Сен-Симона написано улица. А это уже Сен-Симона. Это уже другая улица. Это уже. А кто такой Сен-Симон? Это тоже француз, только он не был любителем гильотины. Уроки этого семинара. Есть действительно интерес к акциям у жителей Астрахани? Ну, как вы были очевидцами, что на данном семинаре, как я говорил, что очень много новых лиц было, я делаю вывод, что интерес начинает снова возвращаться. То есть, потому что год-два вообще была стагнация полностью, что касается интереса жителей города Астрахани к рынку акций вообще. А сейчас вот новые лица начали появляться. Я думаю, что будет интерес, этих людей мы увидим на фондовом рынке. А? Нет. Я твоей дочке, чтобы ей веселее было. Вот старше даже. Колокольчик ласковый. Ку-ку-ку-ку. Бери. Да ты чего? Это же весело будет тебе. Что надо сказать? Сонь. Да пожалуйста, мы всегда рады. Сейчас. Дядя Андрей тебе еще крокодила привез. Но он очень злой. Он может укусить. Держи. Что сказать надо? Дядя Андрей в Москву уезжает. Вот, а пытался я домик купить для этого крокодила, но оказался домик очень маленький. Но тебе все равно домик. Смотри-ка, дядя Андрей волшебник. Это что такое? Что это такое? Какая скатулочка классная. Да? Да. Что-нибудь положим обязательно. Ну, держи, складывай подарки. Ну все, мы приедем скоро, привезем большого крокодила. Сейчас твоя дочка помахает немножко, по возможности. Она наверняка будет махать, если я что-то понимаю в женской психологии. Пока. Мы скоро приедем. У меня знакомый здесь в Сочи был, то есть вез семью ближе уже к весне через лед на Ниве. И провалился, сам успел выскочить, а ребенок с женой ушли под воду, соответственно. Пришел домой и повесился. Это просто как бы
тоже не понимаю того, что как можно вообще зимой, в конце зимы, ехать по Волге на машине. Поэтому вот такой вот печальный случай. Спасибо, что приехали. Все было классно. Спасибо, здорово. Все, нам спасибо. Очень понравилось. Спасибо.